«Рассел, послушай, тебе это будет интересно. Я поймал сигнал неподалеку». «Мы наконец-то поймали мятежника. Осталось дать его боссу. А он пока пусть посидит в подвале. Наши ребят с ним побеседуют». «Это не о твоем ли дружке говорят? Сигнал шел из соседнего района. Там как раз куча подвальных помещений». «Я должен это проверить». «Ты давай это, поосторожней там». Надо. Кто там? Шухер, пацаны, батон корешей прислал.
Мэтт, надеюсь, ты цел. Держись. Бля, у нас гости! Поднимай, ребят! Заперто. Не пускать его в тронный зал! Спокойно, брат. Это не мы утюга завалили. Молчать! Это военная операция! Молчу, товарищ начальник. Пленник, где вы его держите? Кто? Ах, этот! А он в подвале. Брат, слушай, опусти пушку. Вранье! Я весь подвал осмотрел. Нет там никого. Так он не в этом, в другом подвале, который под универмагом. Ну, если врешь. Там не было Мэтта. Оказывается, его держат где-то в универмаге. Я отправляюсь туда прямо сейчас. Ты это, железяки носить не забывай. Сейчас у меня дела поважнее, чем сбор мусора. Ошибаешься. Оружие. Это наш единственный козырь. Раса, наши дружки, скорее всего, ждут твоего появления, так что будь начеку. Понял. Вход в подвальное помещение найдешь возле погрузочного отдела. Принял. Не поддается.
Опа! Эй, братва! Ты! Пацаны! Собака! Стопы! Тут все заперто. Да там несколько входов в подвалы. Какой-нибудь да открыт. Ищи давай. Пацаны! Черт, опять закрыто. Заперлись со всех сторон. Попробуй пройти через третий этаж. Там есть дополнительный проход. Ага, тут вроде бы тихо. Ха-ха!
Есть кто дома? Ты кто? Вот он! Ну что, добивать меня пришел, гнида? Нет, ты кто такой вообще? В смысле кто такой? Мятежник я, тот самый. Ни разу не слышал. Я вообще-то ищу напарника. Напрасно, здесь только я. Может, окажешь услугу? В долгу не останусь.